И немножко о музыке. Поступил такой вопрос. Вот у вас клавиатура там довольно-таки профессионального уровня. Вот стоит Роланд. А вы тут бренчите еле-еле. Вопрос. Вы по музыке? На каком этапе? Сразу отвечу. На самом нулевом. На самом, что ни на есть, нулевом. Но тем не менее. Тем не менее. Но тем не менее, ту музыку, которую вы слышите, сочинил я. Есть программа. Естественно, там барабаны, естественно, там различные там сэмплы, музыкальные, ну как бы сказать, отрывочки различные, то есть звуки различных инструментов. И вся задача все это так сложить, чтобы получилось красиво. И вот насколько у меня получилось, вы можете судить. То есть здесь я не хочу учить вас музыке, потому что я сам этому учусь. Но насколько я понимаю, здесь очень важно вот слушать и, будем говорить, как бы предвидеть, какой звук должен быть для того, чтобы это получилось красиво. Ну, я вот вам играл вот это «Гуси мои гуси», да? Сбился. И начнем. То есть тут немножечко сбиваюсь. А вот тут я схватил лучше. Начнем сначала. То есть слышать, как звук идет, как он звучит. Ну. Да, во всем я практически самоучка. Конечно, где-то я немножечко там чему-то там обучался, не без того, чуть-чуть, да? А до всего основного доходил сам. Вот я хочу сочинять. Но больше я буду использовать программу. Но в данном случае, вот мне самому интересно. Вот рояль, да? Какую-то мелодию сложить. Вот я сейчас буду нажимать. Thank you.
Уже из того, что я сделал, уже что-то можно слепить такое этакое. Ну, из моих таких, что-то можно, конечно, слепить. Просто над этим надо посидеть, естественно, запустить музыку, послушать, подобрать, подходят ли эти звуки, все это согласуется или нет, и тогда это перевести на музыку. Вот, не знаю, как бы вам сказать, но вот в голове, допустим, у меня звучит. Ну, я сочинил вот такую вот новогоднюю там песенку. Музыку к ней нет, но музыка звучит. Вот, слова. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Та-да-дам, та-та-та-та-дам. Та-да-ра-та-та-та-там, та-да-ди-та-та-ра-та-там, ту-ду-ду-ду-ра-ба-пам. Припев. Веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, этот новый год. Музыка. То есть что-то такое есть. Конечно, оно похоже на Jungle Bell. Вот, но тем не менее. Ну ладно, а Jungle Bell мы... Отойдем. Другая. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так и надо. Та-да-да-да-да-та-ра-дам, да-да-да-да-та-да-та-дам, ти-ди-ди-ди-ди-ди-дим, та-да-да-да-та-да-дам, ти-ди-ди-ду-ду-та-да-да-да. То есть вот это вот... музыку оформить, и получится уже песня. Цветет и пахнет абрикос, весна бушует, так не надо. А у меня один вопрос, где ты живешь, моя отрада? Весной, девчонки, как цветы, нарядные пахнут и красивы. Их платье словно лепестки, их платье словно васильки, и голову мою волнуют. Тарабараба-табадам, тарабараба-пи-барабам, тарибариба-па-бабам, тарибапи-ба-па-бабам, та-ди-ди-ди-да-ту-да-та-дам, ти-ди-ди-ду-да-та-да-дам, та-ра-да-да-да-та-да-дам. То есть вот это вот в музыку, но не хватает мысль перевести в музыку, нету грамоты.
Поэтому и остановились на веселых гусях. Немножечко сбиваюсь. Так вот как-то. То есть музыка интересная вещь, но будем говорить, своеобразная, так сказать, грань или возможность развития для каждого человека. Работа со звуком, работа с мелодией, она позволяет какую-то грань вашей личности, ну, будем говорить, показать, обточить. Потому что для того, чтобы сделать качественное видео, надо не только заснять с различных там планов, почему я снимаю с этого плана, почему я снимаю с того плана, чтобы все это потом соединилось, и вдобавок еще добавить звуки. Звуки. Красивые звуки должны быть вообще-то, гармоничные, чтобы видео получилось таким законченным, с звуковым рядом. Сайтом, либо пишите книги, либо снимаете кино, либо играете. А соединить все это в какую-то такую приемлемую конструкцию довольно-таки сложно и требует много времени.